і ще раз спорт. Його ранок завжди починається з тренування. Це може бути або розминка перед робочим днем, або перед вирішальною грою. Сьогоднішній ранок спортивного кореспондента Сергія Мельникова почався на футбольному полі. Доброго ранку! Я, як завжди, продовжую займатися спортом на свіжому повітрі, заряджатися гарним та позитивним настроєм. Сьогодні у рубриці «Спорту із відомим та успішними особистостями Миколаєва» будемо займатися спортом із людиною, яка знає про нього майже все. Сьогодні наш гість – це спортивний кореспондент Сергій Мельников. Доброго ранку вам! Доброе утро всем, друзья! Очень рад видеть. Мы сегодня, так получается, что сразу после игры чемпионат города Николаева по мини-футболу. Это для меня самое бодрое утро, которое может быть, потому что игра началась в 8 часов. Небольшая разминка. Сегодня мы будем разминаться с элементами какой-то футбольной, наверное, разминки. Это беговые упражнения и растяжка. Так вот, по кругу бежите вы. Ну, достаточно сделать один, может быть, два круга. Это тех, кто только будет начинать. Ну, для того, чтобы просто, может, проснуться даже. И то же самое здесь опять. В принципе, прогреваете ноги, то есть беговые упражнения, разминаетесь. И дальше бежите к следующему упражнению. Прыжки обычные тоже. Вот если мы делали это в беге, то можно просто элементарно, как можно выше выпрыгиваете. И колени стараетесь поднимать тоже к груди. То есть это, да, максимально. И ускоряться можно чуть. Ну, обычно еще скакалка берется, но вот так. Ну, потом просто элементарная растяжка тоже. Такие упражнения из школьной программы, ничего никто не выдумывает. Я еще стараюсь перед играми разминать кисти, потому что это обязательно, так как я в воротах стою. Сергій, розкажіть трошки про свою діяльність. Як так стало, що ви пов'язали своє життя зі спортивною журналістикою? Да, ну, нельзя говорить, что я прям спортивный журналист. Это всего лишь там какие-то, может быть, первые шаги, там, несколько лет. Просто я занимался творчеством, мы играли в КВН, и это сумасшедшая школа касательно так, вот, моментов, что можно потом это перенести там, в телевидение. И, ну, разговорная речь, конечно, разговорный жанр. Плюс я с детства увлекаюсь спортом и интересуюсь практически всеми видами спорта. Мне это интересно, сейчас получается это вместе совместить. Назвіть якості, якими мають володіти молоді журналісти. Для меня, как для человека, который это все видит сейчас, мне бы хотелось, чтобы журналисты делали так, как говорится, наверное, в той клятве и во всем, что касается правдивости, честности и... Я ни в коем случае не хочу ни о ком говорить, потому что я на 100% не знаю. Но иногда мне кажется, что можно быть... Ну, то есть мы все прекрасно понимаем, да? Окрім ранкової зарядки, що ще вам дарує бадьорість зранку і налаштовує на позитивний гарний день? Ну, понятно, сім'я, близькі, які рядом. Ти з утра побачив людину, улыбаємося. Как бы ты понимаешь, для ради чего ты начинаешь свой день, как ради чего ты будешь работать. То есть это очень сильно помогает.